Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня получил посылочку, посылка с интернет-магазина Hot Market, и пришла мне вот такая вот огромная здоровая вещица. Сейчас я ее распакую и покажу вам, что в посылке. А пришла, друзья, вот такая вот замечательная печка для казана. Заказал казан. И потом понял, что я что-то забыл сделать. А забыл я заказать печь для казана. Вот связался опять с магазином Hot Market. Проконсультировался с менеджером. И мне посоветовали приобрести вот такую вот печку. Печка под казан на 22 литра. Ссылочка магазина будет в описании под видео. И там вы сможете ознакомиться с ТТХ данной печки. Ну, сразу что хочу сказать. Обработана она специальной краской термоустойчивой. И толщина стенок 3 мм. Также, что очень хорошо, здесь ножки. Сборные, разборные. 4 ножки. Прикручиваются болтами, что очень удобно для транспортировки данной печки. 4 таких вот ножки распаковал, можете посмотреть. И за что огромное спасибо магазину, так это вот за такой вот шикарный подарок. Такой вот хороший половник. Теперь у меня полностью весь набор. Шумовка, половник, печка и казан. Сейчас соберу и покажу все вместе, друзья. Ну вот, коллеги, сейчас все в сборе. Казан стал замечательно. Казан у меня диаметром 50 сантиметров. Печь диаметром 45 сантиметров. По высоте получается в собранном виде с казаном вот так вот, что очень удобно для готовки. Все под рукой, не надо нагибаться даже. Все очень удобно делать, все хорошо видно и очень крепко все стоит. Печка весит около 17 килограмм, казан около 20 килограмм. Закрывается топка крышкой. Все очень добротно сделано, поэтому, друзья, кому интересно, переходите на сайт магазина, там очень большой выбор товаров, как казанов, печек и многого другого. На этом, друзья, буду заканчивать. Теперь уже следующие видео будут у нас с природы, на улице будем готовить, обжигать. Короче, всю подготовку буду снимать, как я буду обжигать казан. И после этого, конечно же, буду делиться с вами очень интересными, вкусными рецептами. До новых встреч, друзья! Всех благ вам и вашим близким!